дорогие товарищи, мои друзья, в мире более 200 стран, но всего с десяток, кто имеет тысячелетнюю историю. Такую историю имеем мы, наша великая держава. Но из своих 1000 лет, почти 750, мы вынуждены были защищать свою веру, свою волю, свою правду, свою землю, и делали это с большим мужеством и достоинством. Кто бы вам сегодня ни говорил, но самыми великими, самыми умными, сильными, самыми храбрыми и победными мы были, когда утвердилась советская власть, которую провозгласил Ленин и Великий Октябрь. Ленинско-сталинская модернизация подняла нас к высотам победы и космическим высотам. Все недруги нашей державы мечтали раздушить великую советскую страну и унизить нашу победу. Все предатели прекрасно понимали, что это невозможно сделать, если не расправиться над советской властью, подлинно народной властью, властью рабочих и крестьян, властью трудового народа. И нашлись мерзавцы и предатели, и их ЦРУшные покровители, кто это преступление совершил в начале 90-х. Те, кто отдавал приказ о расстреле Верховного Совета и советской власти, заблаговременно здесь рядом установили десяток американских камер, которые показывали этот образцовый расстрел для того, чтобы запугать и сломать наши сограждан. Те, кто отдавал приказ стрелять на поражение, прекрасно понимали, что они убивают защитников советской власти, самых храбрых, мужественных и достойных. Им вечная память, наше глубокое почтение, но мы обязаны продолжить дело великой советской страны. Этому поклялась наша партия и народно-патриотические силы. Главным орудием, которое убивали нашу державу, была русофобия и антисоветизм. Они сегодня расцвели пышным цветом по всей планете. Во что они в состоянии превращать и нашу державу, и братскую любимую Украину, мы это видим воочию. Но мы должны прекрасно понимать, что сопротивляться этой дикой и жуткой машине можно лишь сплотившись в широкий народно-патриотический союз. Такой союз родился еще в феврале 91-го. Мы собрались вместе. Если бы Компартия РСФСР мы успели создать на год раньше, мы бы не допустили ни этого расстрела, ни этого массового предательства. Но мы с вами, питав мужество и волю, те, кто тогда защищал советскую власть и пал смертью храбрых, мы использовали все, что нам было тогда дано, для того, чтобы остановить бойню в Чечне, где ельцинский режим уничтожил более 100 тысяч человек. Мы сделали все для того, чтобы после дефолта сформировать правительство национальных интересов во главе с Примаковым, Масляковым, Геращенко и оттащить полумертвую страну от края пропасти. Мы сделали все для того, чтобы создать комиссию во главе с Виктором Илюхиным и провести импичмент Ельцину, доказав, что они стопроцентные преступники. Это было совершено и в Беловежье, и в бойне в Чечне, и в разгроме армии, и ограблении страны. Сегодня 22 тома лежат в Думе, где полностью доказаны эти дикие страшные преступления. В любом случае, это будет вынесено на общенародный суд. Но Дума тогда испугалась. Жириновский предал. Его 16 депутатов не проголосовали. Он сам стоял у урны и орал, что прибьют любого, кто голосует против Ельцина. Мы с вами за эти годы сплотились в мощную организацию. Мы сумели принять закон о народных предприятиях, и наши народные предприятия, эти островки социализма и реальной власти народа, сегодня показывают лучший результат, будь то у Грудинина в совхозе имени Ленина, или у Левченко, где у Соли Сибирская, наш коллектив имеет лучшую и самую высокую зарплату в стране,
или у Богачева на Ставрополе, Казанкова, Мариэл. Сегодня эти предприятия закладывают экономические основы возрождения социализма и подлинной советской власти. Мы с вами сделали все необходимое для того, чтобы отвоевать целые территории у преступной власти, которая воспитывает и вскармливает олигархию и клановое чиновничество только для того, чтобы продлить свое существование. Но мы сумели победить и в Иркутской области и показать, что можно честно управлять и достойно решать задачи. Только за 3,5 года бюджет с 97 миллиардов увеличен до 200, и это вызывает дикую жопу и жогу у всех мерзавцев, которые спустили своих собак и информационных псов против Левченко. Ничего у них не выйдет. Мы отстоим эту гигантскую область, где показываем примеры 5-летнего планирования и восстановления хозяйства после дикого наводнения и многое другое. Мы справились и в Хакасии, где молодой 30-летний коммунист Коновалов, опираясь на великий подвиг всех, кто отставил советскую власть, уверенно решает проблемы защиты трудового народа. Это касается и нашего друга, вашего земляка Клычкова, который у меня на Орловщине уже создал свободную экономическую зону и развивает суперсовременные технологии, создает новый центр по подготовке рабочих классов, рабочих кадров для пополнения наших предприятий, заводов и фабрик. Мы сумели подготовить программу о развитии науки. Наш закон образования для всех является примером. А уникальная академия Алферова, где соединили школу, вуз, академию и суперпроизводство, сегодня является флагманом. И наш мэр Локоть реализует эту программу «Академгородок номер 2 в Новосибирске». Я вам об этом говорю только потому, что наша память и наша воля будут тогда священны, когда мы продолжим лучшие дела советской власти, наших дедов-отцов-победителей, и докажем на практике, мы достойны их великого подвига. Мы в этом году отмечаем 140 лет со дня рождения Ленина, 150 лет со дня рождения, 140 лет со дня рождения Сталина, а в следующем году 150 лет со дня рождения Ленина и 75-ю годовщину нашей победы над фашизмом. Ленинско-сталинская модернизация была вершиной нашей цивилизации. Мы из полуграмотной страны создали великую советскую державу. Мы сумели доказать всему миру, что мы в состоянии решать самые трудные проблемы. Это нас вдохновляет, и вдохновляет подвиг Компартии Китая, которая Китайская Народная Республика сейчас отмечает 70-летие, который за 70 лет под руководством коммунистов 450 раз увеличила свой потенциал. Возраст китайцев с 35 лет средний достиг 77. Там сегодня уже нет нищих, а у нас полстраны нищих, самой богатейшей державы мира. Это еще один пример того, как можно решать насущные задачи, если у тебя в сердце подвиг народа, справедливость, и если ты понимаешь, что те, кто сражался за советскую власть, достойны, чтобы мы вместе с вами продолжили их святое и светлое дело. Вечная память героям! Да здравствует советская власть! Мы верны лучшим традициям октября и все сделаем, чтобы знамя победы, красное знамя, снова развивалось гордо над нашей Родиной. В следующем году, отмечая 75-ю годовщину, мы с вами продолжим шествие бессмертного полка. Мы с вами начали воссоздавать сад. Сад 27 миллионов деревьев, который будет олицетворять сад жизни, сад победы, сад будущего.
Это и будет нашим общим подарком Великой Победе и его юбилею, ее юбилею в следующем году. Да здравствует советская власть! Да здравствует мужество отцов и дедов победителей, которые продолжат наши потомки! Да здравствует наша общая воля к новым победам! Ура!